Всем привет. Наверное, вы все спите. Я вышел в наушники. Зачем мне наушники? Из Москвы в Питер. Сегодня буду уже в Санкт-Петербурге. Я уже сегодня наступил четвертый день моего контракта с NL International. Как вы знаете, это сетевой маркетинг. Я уже об этом говорил. Сегодня, кстати, в 22:00 пятеро свидетелей откликнулись и хотят быть свидетелями этого знаменательного события, как выиграет кто-то рандомным приложением. Рандомное приложение будут собирать 5 свидетелей. Можете зайти в паблик NL International Revolution и там посмотреть эту новость. Если вы хотите сами стать свидетелем, то пишите туда коммент, и ну пускай вместо 5 будет 50 свидетелей, мне без разницы. Мясо по ГОСТу? Не-не-не, я же тренируюсь, готовлюсь на 8, все правильно. Единственный момент, я готовлюсь начистую. Я хочу посмотреть, насколько моя генетика вообще может вынести форму. Вот такие дела. Канал не, нет, канал уже работает, видео уже работают. Я просто это сделал для того, чтобы привлечь максимальное количество внимания к себе. В нутраху. Причем при том, что я стал категорически против алкоголя, табака, наркотиков, анаболических стероидов, андрогенов, гормона роста, инсулина. Ну, короче, всего допинга. Ну, кроме кофеина. Кофе я люблю. Вот такие дела. Да, как? Да. Без витаминов, без. Вам объяснить, почему? Или сами поймете? Да, я буду, конечно же, рассказывать, что я принимаю во время подготовки. Розыгрыш будет... Да, будет розыгрыш сегодня в 22:00. Чуть раньше я говорил в трансляции об этом. У тебя бутылка вина на фотке из купе. Это мы с Ксюшей вместе едем. Это мой наставник, то есть это тот, кто выше меня по пирамиде. Но на самом деле она у меня просто как секретарь. Но это ей не говорить, а то она обидится. Она обижается все время. Да, буду рассказывать, как я готовлюсь. Меня будет готовить, пока я нахожусь в Питере, Андрей Анатольевич Прокофьев. И если я приеду в Москву через месяц, через два, то мы посмотрим, как дальше делать. Пирамида. Ну, сетевой бизнес, вы знаете, это пирамида, но такой со сносочкой, со звездочкой. Я вам потом чуть позже объясню, что это такое. Покажи тату. Ну, короче, вот тату. Еще показывать особо нечего, потому что еще 4 сеанса. Сегодня понедельник, завтра вторник. Завтра мне будут бить татушку. Ну, если хотите пообщаться, приходите. Хотя нет, я встречен. Ну, или я вам скажу просто, где я буду, можете приходить. Стероиды ставишь? Нет, отказался от допинга напрочь. Пока мясо на месте. Не-не-не, сейчас это всегда ПКТ, это... Нет, это даже не ПКТ, нет, я даже никакие средства не принимаю, которые там что-то там восстанавливали. Почему без формы? Почему без алкоголя, табака, наркотиков и всего остального? Ответ достаточно прост. Моя задача – делать свое тело сильнее. То есть я принимаю те средства, которые делают меня сильнее. А те средства, которые меня делают слабее, я не принимаю. То есть я хочу быть более сильным. А как же пепиды? Пепиды я тоже считаю допингом, тоже я его их принимать не буду. И вообще я в них никогда не верил. Сдуешься, значит, в скором времени. Ну вот, я уже полгода чистый. Поэтому, ну, как бы 108, где-то 112 килограмм в этом диапазоне вес колеблется, я достаточно сухой. Сколько банок еды собираешься продавать в месяц? Не знаю, ребят, не считал. Это не моя задача. Я буду собирать партнеров, которых уже достаточно большое количество. Особенно с конкурсом по поводу хомяка. А нет, по поводу репостов, точно. Там же видео такое есть, где я вместе с Евгением Белозоровым. Это мой ментор уже сейчас. Анализы на гормоны сдавал? Да. Сейчас у меня в организме все идеально. И еще улучшается, и улучшается, и улучшается. На натурахе в собственном тесте далеко не увидишь. Но я вот и хочу посмотреть, как далеко я уеду. После курса нормально показатели все были? Нет, были ненормальные. В течение месяца пришлось их восстанавливать. Но и после того, как я их восстановил, я решил больше их не гнобить, а оставлять такими, какими они есть. И что значит, ты отказался от формы навсегда? Да, я отказался от этих препаратов навсегда.
Еда это energy диет. Да, это energy диета. Почему вы думаете, что это полная какашка? Сдайте на экспертизу, посмотрите, что в составе. Ну, чтоб, давайте, чтобы вы тут, ну, язык как помело не работал, а давайте вы будете прикладывать к своим водяным комментариям какие-то факты и предметы. Будем разговаривать с вами конкретно. Потому что все, что вы слышите, это слухи. Пока вы сами не попробуете, пока вы сами не сдадите на экспертизу, будете, ну, поносить все, что угодно. Как знаете, эффект собаки Павлова. Старты будут? Ну, я не знаю, форма будет. Я же первый раз готовлюсь начистую, не знаю. Форма, если будет, вы, кстати, мне тоже сами посоветуете. Ну, стоит выходить, не стоит. На дорогу, если только в классику вернуться, ну, там нужно делать суперкачество. Ну, подумаю, я не думаю. Я, знаете, как первый сезон, когда меня Александр Владимирович Вишневский готовил к первому сезону в 2009 году. То есть мы не планировали даже куда-то там выходить, в какую именно категорию, просто делали форму и все. Вот я буду как раз делать форму, а потом посмотрим. Я думаю, я у вас прошу ваше мнение обязательно, что вы мне скажете, я всегда его учитываю. Кстати, да, ужесточились правила в пабликах NL International Evolution и мясо по ГОСТу. Сейчас, если нарушаются правила, то бан навсегда. Что с Борей? Да, мы с Борей Цацулиным общаемся сейчас, и Боря делает какой-то прям ролик, через день он обещал уже будет. Я этот ролик отдаю главам компании NL International, с которым я уже на короткой ноге. Ну и они сделают ответ. Шею нужно качать. Да, кстати, я начну тоже шею качать. Вы правы. Нужно ее подкачать чуть-чуть. Чем вы занимаетесь? Сейчас, в данный момент, я еду, в поезде. Не та карточка. Сейчас найдем. Слушаю музыку в наушниках. 6 утра, я заснуть не могу. У меня миллиард мыслей в секунду. Тут Ксюша спит. Не будем ее будить. Кстати, Ксюша себе ищет парня-красавчика. Посмотрите, у меня в Инстаграме и ВКонтакте. Может быть, вам это предложение покажется интересным. Пишите ей. Чем связан отказ от формы? Отказ от формы связан с тем, что вроде как это и восстановители, но имеют огромное количество побочных эффектов, которых бы я бы не хотел в своем организме. То есть я хочу становиться сильнее, но никак не слабее. Вот так. Когда трансляция? Пока еще не решили, когда Резин, ну, когда он поймет по времени, когда он может, тогда мы и сделаем трансляцию. Вот здесь я никому не мешать не буду. Вы ли Фёр, либо Б? Я ББ. Ксюша, надо бы уже присадить, пока у тебя... Не-не-не-не-не, Ксюша, у нас чисто деловые отношения, партнерские. А по поводу фотки той, ну, блин, просто поприкалывалась Ксюша и все. Чего свою подругу отдал Миронову? Нет, мы расстались где-то за пару недель, что ли, до этого момента. Поэтому... Мы разошлись по обоюдному согласию. Ну, а теперь как бы... А, да, по поводу того, что я послал Миронова нахуй. Короче, это вы, может быть, неправильно поняли. Это именно к чему относится? К тому, что он говорит про energy диет. Вот его мнение такое, а мое абсолютно противоположное. Поэтому, как мужчина, я говорю, пошел кого нахуй со своим мнением. Я могу защитить energy диет кому угодно, когда угодно. Поэтому я жду от вас конструктивных вопросов. И раз и навсегда хочу сказать, ну, хочу вам показать и доказать, что NL International это реально крутая тема. Иначе бы я бы не вписался, я всегда за качество, а не за количество. С РПС больше не сотрудничаешь? Да почему сотрудничаю, почему нет? Никто мне ничего не запрещал. Ты бандит? Нет, я не бандит. Почему еда такая дорогая? Потому что суперкачественная. Вы видели, на каком заводе и при каких технологиях это все делается? Сами просто прикиньте, это многомиллиардный бизнес в долларах. Вы думаете, 15-летняя компания со стажем, с опытом будет толкать фуфло? Вы что, реально так думаете? Какой дебил будет, строя состояние миллиарды уже, будет продавать фуфло? Ну это пиздец. Извините меня, конечно, мой французский, но меня иногда удивляют ваши комментарии, просто капец, вы даже не понимаете, о чем говорите, и говорите, что это фуфло. То есть вам что-то там в ухо влетело, другое вылетело, вы домыслили, додумали и решили, что это правда.
Вот я хочу вам все показать 31 марта. Я же свой Хаммер поставил. Хаммер H2. И я реально его отдам. Если я проиграю, я отдам Цуцулину. То есть у нас сейчас заруба, походу. Игорь Гостюнин versus Борис Цуцулин. Я реально 31 марта ему отдам, если он выиграет. Но я сомневаюсь в этом. Точнее, не то, что я сомневаюсь в этом. Я уверен, что я выиграю. Потому что я прав. Я всегда прав. У тебя тату на руке, да, у меня тату на руке. Еще 4 сеанса. Нет, давайте я сделаю 4 сеанса, а потом покажу. Мнение о Сильверстове, я не знаю, не смотрю сейчас соревнования, мне они неинтересны стали. Я сейчас смотрю про бизнес-темы всякие. У тебя что-то влетело? Ну да, вот, у вас что-то влетело. Хаммера 2 уже нет. Я хочу Хаммер 2 продать и купить Хаммер H1. Ой, подарить, что продавать-то? Не, просто купить H1 и все. Как вы думаете, это прикольный выбор? Я уже подыскал себе машинку H1. Я знаю, какую я буду брать. Кто такой медведь? Медведь? Не знаю. Один Хаммер же обещан за пиви. А, да, ну, тут же видите как. Короче, если Цуцулин меня уделает, я дарю Хаммер Цуцулину. Но если Цуцулин проигрывает, Хаммер я все равно отдаю. То есть дарю. Дарю тому, кто сделает больше всех пиви в моей команде. Ну, или же, ну да, в моей команде кто больше всех. То есть, кого я подписал. Для этого, в принципе, вы заходите по ссылке реферальной. Новая тема у NL International, реф-ссылка. Вы просто кликаете на нее и сразу же регистрируетесь. Но потом вам необходимо будет купить на 70 PV продукции, самому себе купить продукции, чтобы ее похавать. При том, что 3000 рублей там вам кладется сразу же на счет. И... Что там еще? Сейчас. Ну и все. Вы, короче, покупаете продукцию, и вам 3000 рублей скидка. Нужно 8 или 9 тысяч рублей, чтобы войти в эту систему. И минимальная тема, это как раз 8-9 тысяч рублей в месяц вы обязаны тратить на продукцию НЛ. Ну, в принципе, это нормально, потому что как вы будете рекламировать то, что вы не знаете? Это, знаете, как сознательная некомпетентность. Я знаю то, чего не знаю. Вот это как раз все вот хейтеры пуканутые рвут именно от этого, от сознательной некомпетентности. То есть я знаю то, чего не знаю. Йоу. А еще, ребят, слушайте, я, короче, самоучка. Помните, я в перископе говорил о том, что я хочу научиться петь. У меня пока не было еще ни одного урока, но я так начинаю тренироваться, короче, смотрите. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Как вам? Прикольно? Как победитель получит 500 тысяч рублей? Зайдите в паблик NL International Revolution, там будет пост на событие 500 тысяч рублей за репост. Там орел еще такой нарисован. Привет из Сочи. Сочи, привет. Не жри столько стероидов. Да я отказался от стероидов. Вы что? Смешно это. Спасибо. Нет, не курю. Ничего страшного. У меня тут прямая трансляция, все хорошо. Чуть не убили. Как стать твоим сотрудником? Я не знаю еще, или сегодня, или завтра я начну делать встречи. Я думаю, это будет большое количество людей, потому что мне сейчас заявок столько приходит людей, которые со мной хотят работать в силу моей жесткой позиции и уверенной позиции, что НЛ это круто. Я буду отстаивать эту позицию до тех пор, пока качество у НЛ не начнет снижаться. Но я сомневаюсь, что оно начнет снижаться, потому что компания растет из года в год. Кстати, у компании партнер Mercedes-Benz. Знаете такую компанию? Немцы. Мерсы же говно не делают, правильно? Я думаю, в слова они тоже не впишутся. Ну, задумайтесь чуть-чуть над тем, что вы несете. Ну, это я про хейтеров. А те, кто знают, ну, о чем речь, те меня, конечно же, поддержат. Забавно, что за 2 дня буквально ты меняешь свою жизнь. Ну да, а что делать-то? Что круто? Ну, круто то, что я уверен в себе. То есть, я тут пост еще такой написал. Я самоуверенный псих. Это так, это действительно так. Самоуверенно, это значит верю в себя на миллион, на миллиард процентов. А псих в переводе с греческого, древнегреческого, это душа. То есть, я уверен абсолютно в своей душе. Прикольно? Ронни Коллиман, хорошее питание, да, очень хорошее. Ронни делает вообще... Вот такое питание. Мерс говно. Ну, не ездите на мерсах, я думаю, мало людей вас поддержит. Игорь, ты в поезде? Да, я в поезде, в этом VIP-вагоне. В СВ еду. Без обиды, я никого не обижаюсь, вы что? Вы посмотрите на меня, я бодрый. Ну, давайте что-нибудь пообщаемся, что ли, с вами? Или что, вопросы закончились? Куда едешь? Я еду из Москвы в Санкт-Петербург.
Это твоя основная деятельность, а остальные проекты? Да нет, у меня куча проектов всяких разных, ну, как и раньше было. Есть и финансовые темы, есть и там и сети. Ну, как вот я сейчас писался еще в сетевой маркетинг. Ну, короче, нормально, деньги делаем. Почему заплывший? Ну, блин, ночь, я не спал всю ночь. Я сижу тут, контролирую хейтерскую, короче, бредовую хрень. Почему майка грязная? Она не грязная. Это смотрите, кто. Это Наполеон. Все круто, короче. Ты можешь ответить, как набрать массу? Да, ешьте больше и жмите больше, вот и все. Почему многие спортсмены курят? Я думаю, от своей собственной глупости. Ну, то есть они делают свой организм слабее. Мне это непонятно, честно говоря. Я считаю, что нужно делать свой организм сильнее, а не слабее. Вам помочь? Не за что. На здоровье. Ребят, извините, я пропустил там ваши вопросики. А, да, что я похший? Ну, блин, короче, много дела и передела за последние 2 недели. Как относишься к пузатым ББ? Я бы дисквалифицировал нахрен, потому что пузо в ББ это отвратительно. Талия должна быть, мы же за красоту, точнее, я всегда за красоту и эстетику. Подчеркну, наверное, самый сильный спортсмен у нас сейчас это Серега Кулаев. Это супер эстетика, вообще красавчик. Узкая талия, широкие плечи, мощные бедра, узкий таз, идеальные пропорции. Собирайте больше народу. Пирамида это круто. Пирамида со звездочкой. Ведь пирамида это там Coca-Cola, Mercedes-Benz, Макдональдс, что там еще может быть? ЖЭК. Ну, все это пирамида. То есть есть директор, потом идут замы директоров, потом идут топ-менеджеры, потом идут менеджеры, потом идут клерки. То есть с каждым уровнем все больше и больше народа и меньше зарплаты. Хотя основную деятельность совершают, ну, работяги это клерки. И они, короче, ну, все время сосут, грубо говоря. Вот. А понимаете, вот сетевой бизнес это такая пирамида со звездочкой. Что означает звездочка? Это значит, что вы рекомендуете тот товар, который вам реально понравился, тот, которым вы действительно пользуетесь. И за рекомендацию другому человеку вы получаете бонус от компании, что составляет ваш доход. Ну просто, блин, воткните вы своими мозгами тупыми, блин, что сетевой бизнес это будущее. Это я хейтерам, ребят. Кто в этом шарит, ну вы же меня понимаете, я вас всегда поддержу. И вы меня тоже. И понимаете, в чем дело? Вот, например, там жареный. А еще знаете, о, такой вопрос крутой был. Точнее, не крутой, а такой очень интересный. Что там дорого стоит? Она же диета. Овсянка 2300 рублей. Очень дорого. Я такой нищий. У меня нет столько денег. Так заработай, ё-моё. Я вот не понимаю. Чего не... Работы дофига. Идите работайте, блин. У вас что, мозгов не хватает зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц? Так я вам могу сказать, то, что больше 50 тысяч рублей в месяц, это вот этим зарабатываются. Башкой своей. Если вы не умеете работать своей башкой, значит вы зарабатываете меньше 50 тысяч рублей. Но это не про всех, конечно же, есть исключения. Привет, 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 привет всем. Короче, ребят, хейтеров я буду раздражать все больше и больше. Ну и доказывать, и свою армию пополнять новыми партнерами, это 100%. Поддерживают ли тебя твои родные и близкие с этим не дай? Нет, не поддерживают. Но они меня не поддерживали в бодибилдинге, поэтому нормально. Я всегда считаю, что я прав, я всегда иду правильным путем и т.д. и т.п. У меня там паблик Хэнел Интернешнл, это все мои мысли, то есть я единственный человек, который там все постит. И на своей страничке вы зайдите, просто помониторьте, что я пощу. Например, у Столыпина сегодня запостил ночью. То есть мне Столыпин очень близок по духу, например. Особенно его выступление в мае 1907 года. Творог перед сном, плюсы и минусы. Да кушайте творог, очень вкусно и очень кайфово перед сном. С собой есть идея, да, с собой есть идея, что надо показать, зайти в номер, ну я Ксюшу тогда разбужу. А чем отличие от обычного протеина? Ну, качество. Армию лохов выстраиваешь. Ну, я думаю, что знаете как, я стараюсь сейчас вывести людей из анабиоза, из их привычных ограничений, комплексов, которых в них в первую очередь заложили их родители. Наделали им столько стеклянных потолков, что выбраться уже не могут и считают, что это норма их жизнь. А перед вами стоит человек, у которого никогда не было никаких стеклянных потолков. Я всегда делал то, что хотел, то, что думал.
И у меня всегда все получалось, то, что я делал. Поэтому, ну, я вписался в НЛ, да. Это первая сетевая компания, куда я вписался. Также у меня есть еще две сетевые компании следующие. Это Zinzino и Revolt. Они пойдут номером 2 и номер 3. Я там тоже буду развиваться и делать тоже. Ну, короче, основная причина, почему я занялся сетевым бизнесом, первое. Мне интересна идея. Сетевой бизнес – это бизнес будущего, и он честный, потому что вы, когда рекомендуете что-то, то, что вам нравится, рекомендуете, то есть вы делитесь, и реально это честный бизнес. То есть смотри, чувак, мне это нравится, на, держи. Тот чувак идет, покупает эту тему, а вам капает с этого небольшой процент. Это же круто. Ну, вы же постоянно это делаете, вы постоянно что-то рекомендуете. Например, вот iPhone. Все говорят, о, iPhone, это круто, все побежали. Такой один чувак себе купил телефон, и всем остальным такой говорит, я, короче, чувак, я такой крутой, у меня есть iPhone. И все остальные побежали за айфонами. Но чувак, который это сказал, он ничего с этого не получил. А в сетевом бизнесе в этом-то и прикол, что вы даете рекомендацию, и вам компания за это платит. Ну, конечно же, эта цифра включена в стоимость уже при рознице, но так или иначе, какая хер разница, потому что себестоимость, знаете, айфона 6 200 баксов, $200 его себестоимость, а мы покупаем по космической цене. Че ж вы не воняете по поводу, что так дорого стоят айфоны? Или хотите, я вам еще прикольнее скажу? Жареные семечки. Вот вам домашнее задание, посмотрите, сколько себестоимость жареных семечек и по какой цене они продаются. Поэтому я думаю, это, ну, кто, короче, шарит в продажах и кто шарит вообще в бизнесе, те прекрасно понимают, что сетевой бизнес это круто. И когда мне говорят, вот там вышло видео какого-то лысого чувака, который там несет какой-то бред, и вот НЛ это говно. Я говорю, ребят, да нахуй мне эти лысые чуваки. То же самое, что Борис Сацулин. Ну, как бы, нет, Бориса Сацулина я уважаю, он иногда говорит очень правильные вещи. И я его во многих вещах поддерживаю. Ну, точнее, не иногда он говорит, он очень часто говорит правильные вещи, я его поддерживаю. Поэтому мне с ним очень приятно сейчас зафайтиться именно интеллектуально. Это, я думаю, чисто вот настоящая такая мужская тема. Ну, могу и физически зафайтиться с кем угодно. Ну, то есть, если вы хотите мне расквасить мордас, пожалуйста, вперед. 3 года бокса у меня есть за спиной. И сейчас я, кстати, навыки эти оттачиваю и могу втащить тоже жестко. Ну, хотите проверить, приходите ко мне. Поэтому я гуляю спокойно, хожу спокойно, никого не наебываю. То есть, я же вас не заставляю, вступайте в НЛ, вступайте в НЛ. Я же вам просто говорю, блин, есть крутая тема, на которой можно заработать. То есть, да, я отвлекся, кстати, от темы, почему я в NL International. Первая это идея. Это бизнес будущего. То есть, ну, я уже тут перечислил достоинства, вы как бы должны уже понять. Если вы не совсем там бум-бум-бум-бум-бум. Ну, кто бум-бум-бум-бум-бум, те идите лесом, и я вас отправляю в бан всех. Что еще? Компании 15 лет. Ну, а она масштабируется. Говёная компания не будет масштабироваться так быстро, как NL International. Соответственно, это качество. По поводу пирамиды. Что такое пирамида? Это типа бинарных опционов и прочей-прочей херня. То есть, когда вы вкладываете деньги под бешеный процент, и через 3-4 месяца эта компания рушится. В силу того, что вкладчиков становится намного больше, и общего долга становится настолько много, что выплатить его невозможно, и все начинает рушиться. Пробейте сами, что такое финансовая пирамида. Короче говоря, первичное это честный бизнес, бизнес будущего. Вторая цель это возможность законно и быстро обогатиться на качественных продуктах, блин, и на рекомендации того, что тебе действительно нравится. Мне нравится мужская косметика. Вот мужская косметика офигенно. Я начал пользоваться шампунем, какой-то штукой для лица. И знаете, я еще даже не смотрел, как она называется. И у меня лицо молодеет. Вы, наверное, заметили на фотках, я прям как молодею. Ну, короче говоря, я буду все молодее и молодее. Вот, то есть, первое это идея, второе это обогащение законное. Бодибилдинг будет? Будет. Бодибилдинг будет, и я готовлюсь начистую. Еще раз повторюсь, начистую, на осенний сезон. Но все зависит, конечно же, от формы. Если форма будет кайфовая, то я выйду чистый. Вообще, мне главное под жопу убрать эту складку. Но я вроде как понял, как это делать. И Андрей Анатольевич тоже постарается. Но впахивать я буду как химик. Он под чем? Под феном? Я не принимаю наркотики, чувак. А это вообще вредно так-то. Я просто прусь от самого себя, потому что у меня 2 миллиарда мыслей в секунду. Я наконец-таки вышел из анабиоза и включил то, что
является моим главным достоинством, это интеллект. Можете, кстати, пробить, какой у меня интеллект, и, ну, кто там специалист по этим вещам, пробейте, какой у меня IQ. Это спайс. Ой, блядь. Хуясь, ёпта. Губы классные, спасибо. Подсказать хирурга, который мне их накачал. Включил дурь, а не интеллект. Ну вот, это такой комментарий. Включил дурь, а не интеллект. Прям от интеллектуала слышу. Игорян, зачем в спортсообщество втягиваешь бизнес? Мне хочется, чтобы я заработал денег. Конечно же, в первую очередь, чтобы я заработал денег. Но также мне хочется, чтобы и ребята, которые следуют за мной, тоже зарабатывали нехило. То есть, вот, например, сегодня я пришел в офис NL International и собрал 15 людей, 15 партнеров, которые в других структурах, и записал их на листочек бумаги. И пообещал им каждому, ну, спустя там несколько месяцев, я им каждому заплачу по 1 000 000 рублей. Зарабатывай своим трудом. Блядь, так я своим трудом, я интеллектуальным трудом зарабатываю. Ну, я думаю, может, до кого-то дошло, до кого-то не дошло. Советую посмотреть канал Евгения Белозерова. Это очень крутой мужик, реально мужчина с большой буквы, который делает дела, зарабатывает бабки и прекрасно понимает, что он делает, и дает себе отчет в этих действиях. Пиздец, мне кажется, это конец. Кревин, бедняга, мне тебе жалко, что у тебя конец. Сетевому маркетингу сколько лет? Честно, не знаю, 50 или 70 лет, а компании NL International 15 уже. Передай привет Александру Владыкину. Пока еще не знаком с ним. Чем твоя ветка круче существующих продавцов? Моя ветка круче тем, что я абсолютно уверен в этой компании, и хуй меня переубедишь. Извините за мой французский, но все хейтеры с гона хейт, короче. У меня даже песенка такая есть в аудиозаписи. Кстати, мои друзья, кто у меня в друзьях, они имеют доступ ко всем материалам, там видео, аудио, фотки и прочее. От всех остальных я, ну, нафиг надо мне чужие читать сообщения и прочее. Короче говоря, еще знаете, кто мне говорят про то, что, ой, отписка в паблике, отписка на канале. Что-то отписка в паблике 1000 человек, на канале 1500 людей. Да чем больше этих хейтеров отпишется, тем мне лучше. Я за качество, а не за количество. Прокофьев в шоке? Нет, Прокофьев очень мной доволен, честно говоря. Мы уже тренировались 2 тренировки и будем тренироваться. Ну, я думаю, я буду тренироваться 3 раза в неделю. 3 раза в неделю я буду тренироваться с Андреем Анатольевичем и 2 раза в неделю бокс или айкидо я пока еще не выбрал, или боевой самбо выбираю. Ребят, а что вы хотите, чем, каким единоборством, чтобы я занялся? Бокс, боевой самбо или айкидо? Пишите. Да, мне бокс тоже по душе, блин, такой старинный вид спорта, кайфовый, кулачный бой. Вот самбо пошло. Самбо и бокс, самбо или бокс. Мне как-то бокс вообще прикольнее. Но самбо боевое, это, наверное, самый крутой вид спорта. Можно передать привет Александру Емельяненко. А, и Федору тоже, кстати. Точнее, Федору, в первую очередь. А, кому что-то не нравится, отписывайтесь нафиг с моего перископа. Ну, как бы, или вы отпишитесь, или я вас сам отпишу. Такие дела. Игорян, держись, главное верить. Да блин, а что мне... Вы, каждый меня старается поддержать. Блин, я абсолютно уверен в своей правоте. Вы что, ребят? Ну, мне, кстати, очень важно ваше... Ну, точнее, это круто, что вы меня поддерживаете, потому что на протяжении 3 дней я вел батлы с троллями, с хейтерами, один против всех. И вчера я собрал команду, которая мне поможет контролировать всю эту херню и хейтеров удалять нафиг, банить и ставить над ними, ну, там... жирный крест. Короче, ребят, я пойду еще покушаю. Я стал очень много есть. Ну, кстати, я такой суховатенький. Пресс у меня есть. И косые тоже. Короче, я в форме. Начистую. Могу, кстати, анализы сдать куда угодно. И, типа, знаете, помните, ситуация была, когда Александру Невскому... там было видео, говорит, а давайте мы вас проверим, вашу кровь, и он такой начал ныкаться. Мою можете проверить. Вот вены, пожалуйста. Могу вам их дать, пожалуйста. Так. Короче, ребят, я пошел кушать, я реально проголодался. У меня сейчас ждет овсянка и что-то еще. Чай, что-то, я еще что-то заказал себе.
не помню. Короче говоря, ребят, вам, как всегда, будьте добрее, мне веселее и здоровее. Я сейчас чаще буду выходить в Перископ. Следите за моим пабликом новеньким NL International Revolution. И пока-пока. Пью.